Всем привет! Покажу я сегодня прививку. Прошлогоднюю я ее уже прищипывала, поэтому она более-менее аккуратная. Прививка это у меня... Кот, уйди пока, временно. Прививка это у меня April Snow. Я вот здесь привила. Плохо настраивается камера. Вот это вот место. Замазала его специальной замазкой, не помню, как она называется. Ну, просто, чтобы прививку не было видно. Потому что она страшновато выглядит по сравнению с гибискусами. Вот. А сам куст такой вроде ничего получился. Ну, вот они пока все почки вот тронулись в рост. Видимо, почувствовали весну, потому что, по сути... Он у меня стоит вообще далеко от цвета, то есть чисто под подсветкой. Вот такой кустик. Так, наверное, лучше там будет видно. Я просто хотела прививку поближе показать. Ну, вот, в общем, вот так вот растет. Посмотрим, что будет дальше. Листики немножко вот скрюченные. Это я ее пересадила просто из мелкого горшка вот в этот побольше. И в старом горшке не хватало питания, поэтому у нее на листья не обращайте внимания, на листья у нее немножко такие пожамканные. Вот, ну посмотрим, как она будет дальше себя вести. Это мой первый опыт с прививкой, поэтому ничего не могу сказать, как она будет свести, стоит ли делать прививки на пеларгонии. Посмотрим. Второй куст у меня тоже такой же стоит, только там уже я этот сорт привила уже на April Snow. Он не такой, конечно, пушистый. Ну, посмотрим. Спасибо за внимание. Если есть какие-то комментарии или какие-то вопросы, спрашивайте. Все, что знаю, отвечу. Вот поэтому. Ну, так как я не профессионал такой, прям уж прям со стажем многолетним. И немножко я уже от пеларгонии уже ушла к гибискусам, поэтому все, что знаю, я скажу без проблем. Секретов таких прям нету никаких. Поэтому спрашивайте. Все, всем спасибо, пока. Ставьте лайк. Или как там блогеры говорят. Но я еще пока только начинающий блогер. Надеюсь, вам понравилось.